Всем привет! Тарталетки смазываем сливочным или творожным сыром. Два кружочка колбаски сворачиваем пополам и закручиваем в цветочек. Получается вот такая розочка. Втыкаем ее в тарталетку. Украшаем кусочками огурца. И наша закуска готова. Быстро, вкусно, оригинально. Это отличная идея для тех, у кого нет времени готовить. Всем удачи! Всем привет! Лаваш смазываем сливочным или творожным сыром. Выкладываем 4 квадратика сыра в пластинах и закручиваем в рулетик. Нарезаем на шайбочки. В середине ложкой делаем отверстие. И втыкаем в шпротинки. Украшаем кусочками огурца и красной икрой. Наша закуска готова. Как видите, готовится все очень быстро, а смотрится эффектно, ярко и по-праздничному. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем удачи!